Третий театральный сезон будет работать в Димитровграде филиал Ульяновского театра «Кукол». На сегодняшний день в актерском коллективе нашего города 6 человек. Это очень мало, недостаточно для реализации планов, которые есть у режиссера и заведующего нашим филиалом театра «Кукол». Пополнение труппы в любом театре – это всегда событие и праздник. Я думаю, Димитровградский филиал – это больше, чем событие. Это радость роста. В театре появится здоровая творческая конкуренция, считает директор главного театра Александр Колтун. В современном театре «Кукол» артист должен уметь работать не только за ширмой, но и живым планом на сцене, общаться со зрителем. Мы приглашаем молодых, активных, творческих людей, кто хочет себя попробовать на сцене. У нас две вакансии – мужская и женская. Конечно, это будет кастинг, и кастинг непростой, мы будем смотреть и умение двигаться, умение правильно, четко, внятно говорить на сцене. Кроме этого, есть и еще ряд требований. Это умение слышать ритм, иметь хороший голос, быть драматическим актером. Умению водить различные виды кукол, правильно работать с ними, научат уже здесь, в театре. На кастинг можно записаться по телефону 90349. Марина Антуганова, Юлия Пак, «Наше время».